закрыта с той стороны. Сегодня 9 ноября 1994 года, 12:04. Планировался в 9 часов вылет в московский погранотряд для проведения работы. Борт улетел не в московский, а в Пянш, поэтому остались ждать. Будем ждать до победного конца. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой. В черном тюльпане те, кто с заданий едут на родину милую, в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда-никогда не обнять теплых плеч. Когда в Одессе Джалалабада, свалившись на крыло, тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героя, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, и надо собраться, и если сломаться, то можно нарваться. Идут горы, стреляют, и стингер взлетает, и если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем, от гнева стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, и значит, есть работа для тюльпана, и значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет моих братьев домой. Когда в Одессе Джалалабада, свалившись на крыло, тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять пацан подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героя, которые в 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героя, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют.
знаешь, только одна голова из осетки. Торчащим нагло стволом из-под полу. На фоне света. Горд готов и прогретый моторы.
спичка последняя, мягкий толчок с полосы. И опять полетят под крылами родные просторы. Так вот в жизни летят десятилетия, годы, часы. Жизнь суровая в этом воюющем Таджикистане. Скрип песка на зубах, неожиданность горных дорог. И сосед вроде друг, ну а завтра он снова обманет. И уж тут кто кого, и кто первым нажмет на курок. Тут привычно давно по ночам трескотня автомата. И под вопли мулы тут на брата подымется брат. Слезы жен матерей, словно эхо разрывных гранат. И таджикский народ защищает российский солдат. Снова пыль нам в глаза, обжигающий ветер приносит. Пересохшие губы хватают дымок сигарет. И когда мы вернемся домой, если кто-то вдруг спросит, а за что воевал, будет прост наш ответ. Мы не рвались туда, просто так, если надо, так надо. Просто в нашей судьбе прозвучал чей-то свыше приказ. Если люди идут друг на друга, как стадо на стадо, если кто-то не может опять обходиться